Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И сегодняшнее видео по буксу без вложений BTC Pace. Как и обещала я вам вчера, ставила на вывод денежку. Денежка, оказывается, пришла очень-очень быстро. Я просто как бы кошелек не проверяла. Но она уже вчера. Деньги были вот биткоин Сатоши на кошельке. Я вчера ставила на вывод Виндрав 25 480 биткоин сатошков. Я ставила так, вот у меня, это вычли у меня, то потому что у меня было больше, так как я не стала ждать 11 дней, вот эту сумму 2 831 у меня вычли из этой суммы. Так, почти 3000. Вот. А если бы я ждал 11 дней, то я получила бы всю сумму без всяких там вычетов. Ну, вот, ну, неважно, факт в том, что вот 25 тысяч я вывела денежку на Coinbase от плюс 3025. Ну, тут сумма как бы, да. Все замечательно, все пришло, платит. Так? Значит, и что? Так, аккаунт. Я вчера вывела. Сегодня я вот перешла я же на второй уровень. Теперь сегодня я еще пока не работала. И я вот за вчера заработала вот 2355. Если я на первом уровне, у меня было там в пределах 1000 в день выходила. Это без майнинга. А теперь же я тут и колдую еще и в майнинге. Занимаюсь. Вот майнер. Вот. И уже как бы второй уровень, и у меня больше, видите, у меня шкала пустая сейчас. И вот у меня кредитов 39 665. Нажимаю. И обратите внимание, вот это дал у меня сейчас сколько процентов. Так, покажет он как-то. Не показывает, сколько у меня процентов. Так. Ага, 13% у меня. Сейчас я это все загружу. И еще разок нажму. Так. И теперь я вот эту сумму 39 665 соберу. Коллект. И вот видите, шкала немножечко прибавилась. И стало 23%. Уже и жизнь веселей. Все вроде как побыстрее. Вот. Ну что, букс платит, все замечательно, супер. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. И вот здесь еще хочу обратить внимание. Не забываем, при выводе средств должно быть не менее 500 вот этих поинтов. У меня сейчас 370 поинтов, так как я вчера вывела, мне они и, в принципе, пока не нужны. И пока, вот у меня 300 поинтов, да, без мелочи этой. И я могу три раза собрать по 100 как бы монет. У меня очень за 1000 у меня было более 1000 вот этих поинтов. И ну, считайте, да, сколько вот я по 100 биткоин сатошку здесь все вот это собирала. Вот. Так что все супер. Ну, а когда буду выводить, уже буду стараться, чтобы у меня здесь было 500 поинтов. Набираются они очень быстро. Они набираются вот тут. Далее, вот здесь, если у меня, если я не ошибаюсь, вот 30 биткоин сатошиков, у меня это 30 вам сюда капнет, 30 поинтов. Так что их набрать очень и очень быстро. Ну и в завершение хочу поблагодарить своего рефера Евгения Смирнова. Я его так замучила вопросами в плане майнинга. Он мне отвечал как мог, все помогал, помогал, помогал и продолжает помогать. Уже даже неудобно перед человеком. Большое тебе спасибо за помощь, что откликнулся и отвечаешь на вопросы. И хочу поблагодарить человека, тоже мне помогает. Вот под видеокомментарий. Вот он мне: Елена, кредиты нужны для повышения уровня майнера.
кормить его нужно не забывать и энергию ему добавлять периодически. Вроде правильно все делаю я. Если что непонятно, пишите, объясню. Большое вам человеческое спасибо за помощь. Вот, ну теперь уже все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.